«Чистая вода, чистая совесть» – девиз участников всероссийской акции «Вода России». На берегу реки Веземки собрались неравнодушные жители Больших Везем и Голицына. Перед ними стоит непростая задача – очистить береговую линию от мусора. Разминка, чтобы зарядить активистов энергией и бодростью перед уборкой, а набраться сил участникам помог чай со сладостями. Формат акции – соревнования. Жители разделились на две команды. Это когда кто больше с какой стороны речки соберет мусора. Вот. Ну, естественно, эта команда побеждает. У нас все равно победит дружба, на самом деле, потому что очень много детей принимает участие, взрослых. Акция получилась масштабной. Более 100 человек активно очищали берег реки от мусора, которого скопилось немало. Теперь совесть участников действительно чиста, как и Веземка. Эмилия Ракелян, телекомпания «Одинцова».